часто в жизни мы прибегаем к каким-то сравнительным категориям. Мы сравниваем, кто лучше, кто хуже, что-то белее, что-то чернее, что-то слаще, что-то соленее. И каждый раз мы больше находим между нами, людьми, какие-то различия, и очень редко мы находим то, что нас объединяет. Сейчас я нахожусь в том месте, которое однозначно нас всех объединяет, потому что это неизбежный факт и неизбежная составляющая нашего бытия. Она происходит помимо нас, кто так решил, я иногда задаю себе этот вопрос и не нахожу на него ответа. Я нахожусь на Новодевичьем кладбище. Смерть – это то, что всех нас объединяет. И когда мы сталкиваемся с этим феноменом, то каждый на него реагирует по-разному. Одни расстраиваются, другие говорят, все там будем. И никто, пожалуй, из нас не радуется этому. Не радуется здесь, в России. Если мы заглянем куда-нибудь в буддийские страны, или, например, заглянем в Индию, то мы обнаружим, что люди там воспринимают смерть как повышение. Они умирают, считая, что они переходят на более высокий уровень. Где же скрыта правда? Стоит ли этому действительно радоваться или стоит ли этому расстраиваться? Никто еще не вернулся оттуда, вот в том виде, в каком он ушел, и не рассказал нам об этом, как там есть. Но кладбище – это то место, куда всегда можно прийти для того, чтобы наконец-то остаться с самим собой наедине и заглянуть в себя. Заглянуть в себя для чего? Чтобы понять, а для чего проходит вся эта наша жизнь. Неужели мы живем только для того, чтобы скопить какую-то сумму денег, что-то приобрести и потом уйти в небытие? Неужели так как-то глупо устроена жизнь? Нет, скорее всего, все-таки у каждого из нас есть какая-то своя задача и своя миссия. И вот сейчас я хожу между могил, смотрю на лица людей, которые когда-то жили, ушли, жизнь которых, казалось, только начиналась, и вот она уже закончилась. И я думаю о том, что у меня еще есть время для того, чтобы остановиться, и у всех нас, тот, кто сейчас еще может видеть все это, весь этот мир, может остановиться и задуматься, что полезного я могу сделать этому миру, что, как я могу реализоваться в этой жизни. Если в вашей жизни наступили какие-то грустные времена, соберитесь, придите на кладбище и подумайте о смысле всего бытия.